Все трюки и действия, которые вы увидите в следующем видео, не рекомендовано повторять ради вашей безопасности. Иногда бывают матные слова, пропускаются. Поэтому 18+. Кайфа не хочешь получить? А что, есть что? Хочешь? Ну да. За тобой хвоста не было? Нет, я чист. Чист? Самый свежий кайф. Да ну нафиг! Да ну нафиг! Тише, тише, тише! Нас могут увидеть. Ты так хочешь кайф? Да. Тише. Ты масло? Нерафинированное? Именно, именно. И лимон без ГМО? Естественно. Ого. Так, так, сколько будешь брать? Идет. Давай. Договорились? У меня денег нету. Карту нет? Возьмешь? По карте? Хорошо. Договорились. Блять. Ладно. Все. Ты меня не знаешь? Я тебя не знаю. Что просто сижу. Точно? Просто сижу здесь. Привет. Это мое. Да ладно, вижу. Да я хотел с тобой поделиться. Я хотел с тобой поделиться. Правда. С тобой никого не было? Да нет. Котел трэш. Нам этот нужен. Может, да, что у тебя? Тут ты здесь. Трэш-задание. Ну а сегодняшнее трэш-задание нам предложил Глеб Запускалов. Он предлагает им отведать лимона, да не полностью, а солью и маслом это все дело запить. Но у нас нету это ножа кредитки, потому что у нас нет этих спонсоров, поэтому мы обычным ножом как бы. Перочиной? Это что такое? Рюмка. Да ну нафиг, меня мама за это отжарит. Да ладно, нормально, все. Экономия стекла. Поняли, в смысле? Почему меня не начали? А кто? Меня не предупредили. Понятно. Максимально сыкует. Я бода. Стой, он мне цыгаком не войдет, да? Нет. Рабочий аппарат маленький. Нет, нормальный у меня. В смысле, не то, что нормальный. Да, да, да. Мы это поняли. У него рабочий рад. А что, ты его нарезаешь, да? Да. Я особо мы друг за друга беспокоимся. Я ему денег должен, поэтому я ему режу. Козу пигнешь. А где моя шапка? Ебать, он кислый. Готов? Так, подожди, ты с красным перцем, да? Да. Я думал, соль, в смысле, он посыпет так соль. Ну, если я вот так буду. Во, Макай, а ты ее засыпай, а ты здесь все уж раз каждый момент, короче. Нет, жопу надо срезать. Может было аккуратно. Тебе не нравится жопа. Ладно, я вам помогу. Мне нравятся попки. 2 балла. Еще бы. Ну а что, нормально? Рука, откройте, пожалуйста. У нас здесь дополнительные есть эти ассистенты. Ебать. Че? Пойдет, говорит, все перед тебя. Что он делал пальцем, а? Че он такой...
Ну ладно. Самый сексуальный человек. Начисляем масло. Как будто синька. Ебать. Сексуальная жопа. Забери его себе. Да тише вы, тише. Вы что, алкаши? Короче, за старый Новый год. Давай я тебе насыплю. Слышишь, много не сыпь только. Ой, это трэш, что, кое-кто очкует? Нифига, Диман. Давай больше сыпь. Все, все. Старайтесь на пакете, да, чтобы не выпустить. Так, это изысканные бутерброды. Это новая рецептура на Новый год. Не пожалеете. О. Ты бутерброд сделай, два положи, короче, как дольки какой-то, гамбургер. Еще две мясных котлеты гриль, специальный соус-сыр. Соус-сыр. Это похоже на хованского, да? Бальгар. Так, так, так. Вне очереди не жрать. Куда сразу? Че, тебя не кормили дома? По-моему, что перец, что соль? Одно и то же. Нормально. Короче, соль. Надо было адыгейскую соль взять. Итак, все, подожди. Итак, ты ее не нюхай. Да, подожди. Итак, начинается. Короче, у чуваков по жесткому отходнике от Нового года. Но есть рецептура. Ведь КТЛ Трэш всегда предлагает самые идеальные варианты. А особенно от нашего одного подписчика. Короче, вот это масло, оно самое идеальное поможет. Хорош сосать пальцы. Итак, трэш-наказание кому-то надо. Короче, трэш-наказание будет тому, кто не съест свою долю. То есть надо это съесть хотя бы лимон. То есть и запить вот то, что и предложено наш коллег. Количество. Ну, у нас еще до хера. Братишка. Так, 3, 2, 1, and this go. Trash go. Давай так, если кто-нибудь из нас не выживет, тот мамке расскажет, что был хороший сын. Главное, мамке не показывайте. Да. Главное, чтобы в Одноклассниках она не была зарегистрирована, а то там тоже будет. Так. Чуть ли мало, она хорошая. 5 штук всего. Да, я понял ее. Прям как Олимпийские игры любишь, да? Ну все, начинаем. 3, 2, 1, go. Приятного аппетита. А, стой. Bon amour. А, так, сразу заготовь, давай еще. Забивай, дал. Подожди, за пивон, давай. Чинг. Не, у меня нормально. Только не здесь. За гаражей беги еще. Так, запил? Смотри, да. Он запил. Ты в натуре выпил? А вы гада. Во. Быстрее масло. Будь здоров. Какие сочные бутеры. Ты замазать, брат? На, все для тебя. Нет. Проливай бокал. Угас. Угас? Не повторяйте это. Я не знаю. Это видео не для... Да, бля. Тебе помочь можешь? На, попробуй. Давай, братан, бери, угощайся. Знаю. Не, это какой-то, слышь? О, хорошо. О, жопку. Давай, за тебя, бро. Май. Июнь. А, мне в глаз попало! Лимон дерется. Дай ему по щам. Ого. Так, так, только не усы. Нормально. Я пожевать не могу, просто меня это отказывает, отвечаю. Что, соленая? Давай. У меня привкус как будто... Как будто чё? Я не знаю такого привкуса. Ты опять выпьешь? Давай, давай. Я твой доедаю ещё, братишка. Они кадр не попадают. Давай. Ну, давай. За... Ты сможешь. За Котельникова, давай. За КТЛ Трэш. Давай. О, буль. Ты живой? У тебя ещё три куска, братан. Ты чё уже посел? А у тебя ещё пол лимона, чувак. Ты чё это, расслабляешься? Кисленько. И остро. Ты когда ешь? Да. Кислое или горькое? Ну как-то смешивается, непонятно, что это, кислое. И привкус масла, короче. Как ты думаешь, кто первый побежит? За гаражи. Я не знаю, кто первый побежит, я не знаю, как мы в туалет пойдем. А туалет далеко, и он закрыт. Как бы воду не надумали взять, а я не хотел еще. Вот есть запивон, отлично. Зачем вам вода? Ты не замерзай, главное. Накатывай стопочку, чё, я сегодня бармен. Бармен, смешай моему, маю самый жестокий коктейль. Коктейль? Чё, ну, туда перчика добавишь? Давай. Стой, соль. Чё, перца. Ну да, сразу давай, ты умирать так умирать. Подожди, да, размешаю. Нюхни, лизни. Так пальцы сойдет, другой лежит на же. Что за говорит? Что происходит, а?
Я вдохнуть не могу. Ладно, вдохни, давай. Что, это много... Куда, куда? Это плагиат. Ему две мышеловки сразу будут. Пойдем на нычок. Смотри, настоящий мужики делают. Че? Я надеюсь, меня никто не видит. Ага, все его потом увидят. Давай, 3, 2, 1. Давайте, стопочки. Вы не забывайте запивать. Это... За хардкор. За хардкор. Пол бутылки масла выжрать. Давай, давай, давай. Кто же из вас наказание-то получит? Во. Видишь как? Прям залпом. Все. Пошла, Жара. Первый беги пошел. Туда, беги туда. Я же убиваю. Тихо, тихо, туда. Беги туда, назад, назад, беги. Я. Все. Я. Держишься, да? Третья тяжело пошла. Ты держишься? Ну, масло вообще гал. Че болт? Масло газы. Газы? Газированное масло. Я все, язык отказываю. Че там? Орбит? У меня орбит есть, будешь? О, у меня орбит есть, охренеть! У меня, по-моему, орбит подожди, был. Подожди, надо изысканно. Это для тебя. Вытри ему отверстие, ехать. Сначала тебе открыть, а потом мне, да? На, закуси жойлом. Да я пока. Бля, масло вообще идет плохо, если честно, вообще. Как оно будет выходить потом, да? Так, смотри, сразу. Спринтерский за гараж. А, перец чувствую. Чувствую. Перец там снимает? Два дебила это сила, я скажу. Два дебила и КТЛ. КТЛ. КТЛ трэш. КТР трэш. Да, это просто два дебила. Если я сейчас масло ебу еще, я точно в говно. Ну ты успевай, если что, вон там прямая дорога есть. Я успею, не беспокойтесь. Ну что? Я не загрязняю природу. Все, это мусор у нас, остатки. Так, давай, кто же, у вас почти один вариант остался, что вы, кто же, почти кто кого? Кто же за свой гет? Давайте, давайте, ну, что вы? Истины, да? Я проиграл. 3, 2, 1, давайте, за наказание. А, подожди, я бармен, косяк мой. Давайте поменьше масло, я реально. Ну, так остальное. Он все вылил. Все, ну что, надо же. 0,5, давай. Чувак, смотри, ты сразу беги. Если что, это дорогу ему. Бля, да, освобождайте, у меня уже тошнит от масла. Так, давай, масло. Я тоже бегу. Я просто не могу кусок, блядь. У меня маленький. Маленький, да, режь. Все, я так, готов. Рот маленький. Там, там. Так, ну что, 3, 2, 1, and go. За что теперь? Very well, за мое здоровье. За то, что я не блевал? Давай. Чтобы проблевался. Давай, 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 детка. Тихо, 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 тихо. Пошла жара. Пошла жара. Ты живой? Это постанова была, я не плевал. Точно? Да, да. Че, все, как ваше могу. Состояние? У меня хуёвое состояние. Материшься много, да ладно. Я хотел жульничать, выпить, но... Короче, камера. Ладно, смотри, получается трэшное наказание вот этому Майе, потому что он спровоцировал. А этот допил, смотри, идеально, да? Если, смотри, если ты тоже... Масло. Если тоже... О, допей масло что-то. Да давай, чего уже там, ё-моё. Смотри, что, неужели? Чувак, ты че? Беги тоже, смотри, одежда сейчас. Закуси, закуси. Как же ты так, без закуски, точно? Побежал, да? Неужели ты выдержишь? Видите, масло мне тошнит от одного вида. Отвечаю. Все? О, это L трэш. Так, короче, говорит, тебе наказание, да? Да. Трэш наказание. Да, значит. Итак, наказание. Наказание, значит, следующее, нож уберу. Так, подальше него. Значит, наказание следующее. Ой, надо, значит, ему достать приманку. Вот эту. Кто? А, все как надо. Так пойдет. Ну, языком-то будет интересно. А, ну языком, да, нужно. Ладно. Мы же не в Китае, поэтому мы в России, ёпта. Короче, а, да, ну, посерьёзнее. Ну, посерьёзнее теперь. Не, это серьёзно. Так. А сырок там так остался. Сверху пускай будет. Сырком будет так, интереснее. Подожди. Подожди, сейчас стой. Ваша задача, эту жвачку, вы же хотите же пожевать, закусить, чтобы не воняло, а то же вам надо идти в школу скоро. Короче, тогда... А то нам ещё целоваться с девочками надо будет.
Она ты что-то преувеличил. Какие девочки для трэша. Какие у нас. Так, подожди, теперь. Они есть. Итак, внимание. Надеюсь. Первый пошел абонент, который хочет. Так, так, так. Ртом, так. Только губами. Сними. Да. Сука, я боюсь. Бери, бери, бери. А жвачка, а теперь же сейчас жвачку вам надо достать. Показывает что-то отпечаток. Неприятное ощущение. Следующий у вас будет май. Июнь, июль, август. Подожди, давай. Май, я в тебя верю, давай, давай. 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 Пальцы, бери пальцы. Да похуй, пускай он все убьет. Да-да. Блядь, очко. Не, это не то. Я продуманный, поэтому я думаю, жвачку нужно брать сюда, чтобы не сдунуть. Меньше микрофона, больше дела. Пошел нахрен. Ладно, не буду, типа. Мили, не буду. Давай, я верю в тебя. Ты бери её. Я её взял. Главное, чтобы осталась во рту жвачка, да. Так, ты заряжай, ты не бойся, так трясёшь, ты боишься прям, да? Тебя селился страх, да? Я не боюсь. Трах-трах. Подожди. Так, давай снова. Как ты говорил, там медленно надо? Я думал, наоборот, сюда её тянуть, чтобы... Да, просто скажи, так берёшь? Подожди, так, ты один го. Блять. Всё, моя попытка. Всё, следующий. Смотри. Че-то как-то неэффектно. Она как-то, блин, попадает мне не сильно. Слушай, а че она такая тугая? Я только сейчас это понял. Ты че, замерз так резко? Она мне как-то бьет, так, давай. Но не сильно. Она, блядь, попадает просто, знаешь, прям чиркает. Медленней. Я потом нижнее. Буду лежать, если я не помню. Нижнее. Ласково так. Лизни. Лизни. О, давай, можешь языком пожевать ее. Давай, давай, давай. Так это я вот трошу. Сука. Не получилось. Кто же из вас? Ну что же вы? Это как не наказание, это как задание. Что-то получается. Это... Сёма как наркоман уже на мышеловку посели. Вот, да, как мышки. Мне к концу так губу разобьет. Нормально будешь, это как это. Дженнифер Лопес, у кого там губки? Нет, держи ее лучше, чтобы она не отскакивала. Она отскакивает и прилетает. Ну, а держи только с этой стороны. А вот. Держи с этой стороны. Она не трогает ее. Ой, и пальцы одна. Да, 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 да. Блять. 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 Сам такой. Сам такой. Давай назад еще. Попаться больнее, кстати, чем было бы губал. Вот так держите. Это такой звук штанг. По костяшечке. Она просто, видишь, они вот еще замерзшие. Просто если так хватать и держать, она, блядь, отскакивает и просто черепит, блядь. А так вот она бьет точно. Видать. Давай, давай. О! Это! Ты что? Сделай, сделай, да, вот, сделай. И так, ну ладно. Все, мало. Что-то как-то не да, что-то как-то подсканится. Это дополнение. Это так, это как бонус. Понюхать срок называется. У тебя шнобель. Да. Вот так зацепи. Стой, надо чем-то ее подпить. Вот, ты ж, не, ты шнобелем прямо вот это кончик так, чик. Стоп, да. Че, у нас серо? А ты тебе ухо, да? Скажи. О! Покажи, покажи, покажи. Там просто было еще раз. Белая кровь. Первое. Обязательно каждый шоу. Итак, следующий у нас теперь называется... У кого-то слишком длинный язык. Да, да. Теперь за тебя за все припомнит. Так, давай, придерживаем. Бывшие девушки будут смотреть, вспоминать меня. Так, так, давай. Короче, язык, а ты также ножиком, давай. Да я сам, посмотрите, я самый крутой, потому что могу сам себе. Сначала ставь язык, а ты фиксируй, подожди, стой, давай, стой. Еще язык. Ебать. Давай, так, быстрее, блядь. Я язык. Тоже очковал. Что ты очковал, язык?
Только есть кровь? Кстати, да, на язык не так сильно. Давай на ухо. Давай ухо. Давай вот эту мочку, да. Это новая сережка называется. Быстрое прокалывание ушей. И сейчас попробуем ее оставить, короче. Да ты мимо. И нож резко убирай просто на себя потом. Че, эффекты? А, больно! Это самое больное! О, ты, кровавый насяда! Крови нету? Че? Когда же будет кровь? Какой ваш итог? Вывод с нашего выпуска. Говорит ты, я сейчас не могу говорить вообще. Он не слышит нас. Он нас не слышит, у меня болит нос. Но мне кажется, все прошло вполне удачно. Офигенно! Так, ну что, ждем новых серий. Новых подписчиков, новых комментариев. Да, предлагайте комментарии, да. Предлагайте, ставьте комментарии. Мы попробуем выполнить что-то снова. Еще трешой. Че ты его? Не понравился, не в том вкусе, да? У него нос красный такой. Ухо знаю, что ухо. У меня тоже есть ухо. Пойдем к ухо, горло носу, короче. Пошли. Там очередь большая. Давай, иди, все. Давай. И больше их никто не видел. Финально за кадром. Ну давай, ну будь мужиком. Надо пить. От одного запаха тащить туда. Стопарь. Давай, от души. Давай, масло. Ой. Все, побежал. Побежал. Оно у него через нос капает. Побежал. Лимон тебе целый в рот войдет. Иди ко мне, брат. Поцелуйтесь вообще. Я вытянусь, надо. Такой шик, как будто вниз, бля. Ваше ощущение. Меня слава в комментариях оставляйте свои идеи для трэш задания, для трэш наказания. Мы рассмотрим самые креативные, примем и сделаем в следующем выпуске. Всем спасибо за просмотр.